До начала учебного года осталось всего 3 дня, и родители по всей России собирают детей в школу. По данным опроса, в среднем собрать ребенка в школу стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Речь идет о цене минимального набора. Школьная форма, ранец, тетрадки и ручки. По сравнению с прошлым годом, цены поднялись на 5-10%. На самом деле, затраты, как правило, больше. Детям еще нужно покупать множество дополнительных вещей. Например, спортивную форму и учебные материалы.